Добрый день, дорогие друзья. Галина, не хочешь поздравиться с моими подписчиками? Да. Скажи. Всем привет. Молодец. Галик, мой помощник, уже со мной продолжает работать. Ребята, я сегодня хочу приготовить мой любимый блюдо, которое я обожаю. Это армянское национальное участие. Ребята, сейчас начинаем уже готовить для этого. Что мы готовим? Кушай, заткнись. Все, я буду сейчас резать мясо. Мясо буду резать как соломки. Блюдо называется кирпусус. Кушай и заткнись. И вот начинаем. Ребята, наши ингредиенты. Идет зелень много, оливковое масло или подсолнечное масло. Это у нас картошка пойдет как гарнир. Аджика, горох из консервированный. Говяжье мясо, можно телятина, можно индейка, любое мясо. Лук, морковь. Правильно, Галик Джан? Чтобы легче жарить. Я все готовлю, ребята, в казане, на древенном огне, в узбекской печке, можно сказать. И буду картошки, вот эту картошку у нас очищенные, 3 часа назад очистили, положили. Мясо режем тонко, сделаем вот такой полоски и потом режем против волокон, примерно 3-4 сантиметра длиной, чтобы оно когда варится, еще меньше становится. Мой Гарик любит фри, картошку фри, ну так правильно. И все, ребята, поехали. Вот такие соломки, вот такие соломочки. Это не нож, это просто лезвие. Также и соломки режем. Видели, вот болгарский перец. Вот так. Интересно, что у нас получается. Ребята, подробно я вам скажу, значит, количество ингредиентов, значит, порция вообще-то положена 800 грамм мяса, 2 головки лука, 4 штучки болгарских перца и 2. Михаил Людвигович, да. И сейчас я морковку буду резать, еще морковку тоже. Сейчас буду резать морковку. Вот так. Лук можно не очень мелко шинковать, чем потом он будет жариться до золотистого цвета. Морковка и одну банку горох. Вот этот. То, что хочет побольше, можете побольше добавить здесь. Такого кремена ничего нету. Но я вам откровенно скажу, на этом блюде, ребята, чеснока нету. Если кто-то добавит чеснок, это получается уже другое блюдо. Имейте в виду. Еще сейчас немножко обычное подсолнечное масло. Сюда все будем жарить. Ребята, смотрите, я ни капли воды сюда не добавил. Вот оно сначала мясо тушится своим соку, и потом получается корочку золотистого цвета. Как мясо получается золотистого цвета, убираем с казана. Мамочка,
обязательно делать без проблем. Гарик Джан, сколько минут ты готовишь? Ты можешь сказать? Мясо сколько минут жарить, дедушка? Давай 20. Сколько? 20. Примерно 20, согласен, молодец. 20 минут? Да, примерно 20 минут. Давай. Полностью. Почему я выбрал именно там, где на этом? В костре, именно в казане. Ребята, это все можно сделать на газовой плите. Но у меня возможности есть. Для этого я сюда готовлю. Ребята, видите, что у нас получается все уже готово. Это не 100%, но где-то 70% готовности у нас мясо. Это такой, как шашлык золотистого цвета. Все, это убираем. Это очень шикарное блюдо, очень вкусно. Для этого, когда кушать это блюдо, просто надо молчать и спокойно кушать. Разговор вот 3 минуты. Сейчас, ребята, на чистый казан чуть-чуть я заливаю масло и сейчас будем жарить наши остальные ингредиенты. Через минуту, как начинаете нагревать, еще рано. Все, это место примерно 200 грамм, да? Примерно 200 грамм, грубо сказать. Сейчас будем сейчас проверим. Все нормально, можно добавить. Сколько жарим лук примерно? Да, золотистого корочки. Примерно на такой огне, примерно 3 минуты, 2 минуты там самый. Ребята, сейчас добавлю я болгарский перец. Я сразу сейчас добавляю мой любимый аджику. Ага. Аджики это у нас каждый пошут. И сразу Михаил Гондаран, мои переправы сюда все. Ребята, у нас уже тушится почти 15 минут. Я сейчас сюда добавлю уже зеленый горошек. Смотрите, сейчас по вкусу я сейчас добавляю базилик сухой. Ничего я пока не добавил. Красного перца. Жарник. Идет у нас жареная картошка. Я люблю жареную картошку делать с топленым маслом. Потому что топленым маслом это совсем другое. Тем более, если топленое масло свое. И у нас есть блюдо. Почти готово, ребята. Все. Сладкого, черный перец чуть-чуть и все, и самый основной соль, все, если больше меньше, потом будем правильно, все. Я сюда сразу сейчас добавляю уже обратно мясо и будем все вместе тушить. Я буду салат. Что получится, картошка жареная как фри, надо масло что-то чуть побольше, ребята. Кто как хочет. А мой Гарик хочет вообще картошку фри отдельно, правильно хочет? Мясо есть. Мясо будешь? Да. 50 грамм тебе наливать? Ребята, сейчас как картошка жарится, это у нас как гарнир будет. Можно и мешать блюду все вместе, можно и в сторону. Все,
все, говорит Джан, это все для тебя. Мне хорошо. Ребята, картошка готова, чуть-чуть я буду солить. И немножко обязательно красно-сладкая паприка. Все, без этого никак. Я ложу сюда, черный перец и буду добавить. Сейчас приступаем к сервировке. Горит, я внимательно смотри. Как дедушка сейчас все будет подавать. Ребята, пап, такая сочная пап, блюда. Вот смотри. Вот так сейчас сервируем. Сегодняшний труд. Я здесь повар. Ты повар? А я твой помощник. Ты мой красавчик. Согласен, Гарджи? Да. Ты так смотри, вот я там так аккуратно сделал вообще ничего. Или что, я могу это поесть. О, молодец. Это же ты же... Шампунь зелен. И это у нас последний штрих. Последняя красота. Ребята, сейчас последний штрих. Это у нас пойдет как сервировка. Она говорит, что вода, но я буду терпеть. Я тоже буду терпеть. Ты тоже только терпеть. Я хочу уже есть. Время меняется. Все правильно. Ты командуешь, а я тебе помогаю. Если ты бы не сказал, как это делать, конечно, ты мой красавчик. Я так же не делал. Согласен со мной? Тебе нравится, как твой помощник готовит? Морковка. Бат готовить нравится? Молодец. Спасибо тебе, Гариджан, что ты оценил мою работу. Гариджан, смотри, как это красиво. Как это красиво. Просто я уже не могу, ребята, уже. Вот это да. Гариджан, ты мой талисман, ты знаешь? Гарик, ты мой первый внук. Ты мой самый сладкий внук. Понял? Я вообще-то морковка. Я морковка, все. Животик просит. Витя, 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 Витя. Как ты красиво поешь. Просто. Ребята, с вашего позволения, просто я хочу попробовать кусочек мяса. Ну как, горит, нравится тебе? Много не надо. Потом каждый может свое добавить. Гариджа, что тебе положить? Сейчас мясо. Мы с тобой будем ждать сделать. Мясо. Мясо? Давай я сейчас Гарику мясо положу. Давай мясо положу Гарику. Сейчас попробую. Ага. Ага. Мясо тебе, Гариджа. Ну давай картошку тоже чуть-чуть. Правильно? Нет? Ты же чуть-чуть просто оставь, тебе не хочешь никакой. Картошку тебе надо себе положить, не хочешь, не хочешь. Давай тебе мясо, или чуть-чуть положи. Вот так попробуем. И я себе тоже чуть-чуть положу. Ребята, с вашего позволения, я сейчас буду украшать. Ставить Инстаграм, я видеоролики и блюда. Знаешь, почему? Потому что многие мне пишут, я не могу всех отвечать. Ну, знаете, я с вами, я все не могу ответить, все. Ну, имейте в виду, что это уже вы просили. Ребята, я приветствую моих всех подписчиков. Я вам желаю удачи. Спасибо вам, что вы у меня есть. Спасибо, что со мной. И вы даете мне импульс побольше. Гордость – это наше продолжение. За вас, за тебя, ты мой красавчик. Здоровье – самое главное, счастье. И самое главное, что наши внуки, дети были удачнее. Красавчик. Ветра я хочу поднять тост, мой легендарный Арарат. И я хочу выпить за наших детей, за наших внуков и внучек. Это наша радость,
Это наше богатство, это наше. Вкусно? Ребята, вообще шикарно. Что скажу? Почему так вкусно получилось? Потому что со мной готовили мы месяц назад. Я сегодня это вам сделал. Готовить для вас. Ребята, спасибо вам, что вы со мной. Ребята, всем пока, до новых встреч. Только не прощаемся. Приятного аппетита. Бон аппетит.